В трехэтажном здании постройки 1968 года учатся более 500 ребят. Уже в следующем году педагогам придется продумывать, как организовать ремонтные работы так, чтобы они не мешали образовательному процессу. Планируется большая работа. Первое – это отопительная система полностью пересматривается. Водоснабжение, кабинеты, которые тоже необходимо отремонтировать. А еще в школе заменят все полы и кабинетные двери. В планах переоборудование раздевалки и обновление столовой. Здесь это не только место приема пищи, но еще и актовый зал. В столовой проходит большая жизнь. Это различные мероприятия проходят, все мероприятия школьные, начиная и от 1 сентября, заканчивая последними звонками. И все внутренние мероприятия внеклассные и классные часы, и сбор родительский находится здесь. Это первое. А второе, мы кроме школы своей питаем еще школу номер 2. То есть процесс идет непрерывный. В последние годы в средней школе номер 1 поселка Навля уже заметны разительные перемены. Заменены все оконные блоки, обновлены санузлы и спортзал. Новое оборудование для него уже завезли и вскоре смонтируют. Основательно отремонтированы несколько кабинетов, в том числе один в начальной школе. Это влияет на настроение, с которым приходит в школу. Конечно, и меня как учителя, наверное, и у детей. Да, конечно, влияет. Ну, а настроение влияет на успеваемость. Это взаимосвязь такая. Ирина Фролова работает в первой школе более 20 лет. Она представитель педагогической династии и бывшая выпускница этого образовательного учреждения. К слову, в штате школы много учителей, которые когда-то осваивали грамоту и азы точных наук именно здесь. Когда я училась здесь, например, в этом зале был деревянный зал, сказка назывался. Вот сейчас, конечно, это и окна новые пластиковые, это и современные более-менее туалеты, это и раковины в кабинетах младшего звена, это и столовая, которая оборудована. Да, меняется в лучшую сторону, конечно, меняется, но хотелось бы еще. На капитальный ремонт первой Навлинской школы по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» направят более 35 миллионов рублей. Всего же Брянской области в рамках этой программы выделены 1,5 миллиарда. Таких масштабных вливаний в обновление брянских школ, пожалуй, никогда не было. Ольга Макушникова, Виктор Левченков. События Навля.